В субботу в спортивном комплексе города Нарва состоялась национальная выставка собак всех пород категории Drive-In. Главный судья выставки собак Атакар Вандроус рассказал, по каким критериям оценивались собаки. Все породы имеют свой стандарт, а даже собака должна быть по стандарту, которая совсем близко идеалу, тогда она первая. Должна двигаться, должна быть красивая, чистая, воспитанная, все. Сегодня мне там тоже один кусил там за руку, нет, чуть-чуть. Но так что это уже опасно, там уже надо его выгнать, конечно, с ринга. Но все есть по стандарту, который написан, и каждая порода имеет свой стандарт. Атакар Вандроус также высказал свое мнение, почему именно женщины с собаками участвуют в выставке, а не мужчин. Если, например, хендлер, лучше, когда он просто молодой или так же. Если потом хозяин уже старой, не может бегать, например, или это портит собаке все, тогда надо хендлера. Мужчины, наверное, не любят вот так показываться, там бегать со собаками, может быть. Но, например, в некоторых странах, недавно судил в Италии, там много, наоборот, самые все мужчины, а женщин мало. По мнению главного судьи, выставка организована замечательно и приятно. Но как мне организаторы сказали, что они первый раз делали, так что могу сказать, выставка очень приятная, такая, все в порядке, никакие проблемы, все прошло, пока все нормально. Так что удивительно, что они первый раз и все у них хорошо. Я бы сказал так, что, конечно, не всегда получится. Может быть, собака балуется, может быть, собака, у нее нет настроения. Так значит, получил плохую отметку. Надо просто не скучать и снова тренировать и приходить снова. Потому что, говорю, что собака может быть не настроение, и просто такой случай. А в следующий раз может и выиграть. И я всегда им говорю, сегодня так, а может быть, завтра получше будет. Или шерсть нехорошая, значит, вырастет, получится потом. В программе выставки также прошли дополнительные конкурсы «Ребенок и собака», «Юный хендлер», «Сеньор хендлер», конкурс «Коктейль пары». В выставке приняло участие более 400 собак с разных стран – России, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии. Впервые приняла участие Александра, участница из Нарвы, со своим питомцем «Beautiful Vinte», которые заняли первое место. Я тренировалась, но тренировалась с другой собакой, и только последние два занятия я тренировалась с Бьюти. Даже не знаю. Наверное, буду продолжать.